Сделать свой детский сад зеленым под стать названию было решено с самого начала. На территории учреждения уже растут туи и несколько видов кустарников, чем сотрудники елочки очень гордятся. У нас все интересно. У нас прекрасные высажены и большое количество растений. У нас 350 на территории туй. У нас около 2000 кустарников, около 1000 цветов многолетников. Ну, сирень необыкновенная. Гость детского сада, заместитель главы окружной администрации Эдуард Арадушкин, приехал помочь с посадкой 5 саженцев ели. Один из них – необыкновенно красивая голубая ель. В мероприятии приняли участие не только взрослые, но и дети. Им, считает Эдуард Петрович, этот день запомнится навсегда. Как и он сам, отлично помнит первое собственноручно посаженное дерево. И они будут взрослыми, и у них будут внуки. Придя сюда, они скажут: а вот эту елочку посадил я. Когда я приезжаю, возвращаюсь в свою родную деревню, и уже со своим поколением, как бы, да, я говорю: у меня клен был. А вот этот клен сажал я. Да, но это вот около школы мы сажали, это, наверное, в первом классе, это было первый, второй класс, но, тем не менее, вот такая история есть. Юным участникам сегодняшнего мероприятия, конечно, серьезную работу пока доверять рано, но некоторые уже знают, как правильно сажать деревья. Ну, что там семечку посадить и водички. Надо очень хорошо ухаживать, надо весь день поливать елочку. Если хочешь, чтобы она выросла, все деревья надо очень сажать аккуратно, потому что не могут там вот отломиться ветки. Если сажать не в то время, дерево может подгибнуть. Начало октября – самое подходящее время для высаживания ели, считают специалисты. А за этими деревцами будут ухаживать и сотрудники сада, и воспитанники. Под пушистой веточкой веселятся деточки. А у нас вон сколько пушистых веточек и очень много деточек. Я надеюсь, эти елочки будут нас радовать не один год. Кульминационным событием сегодняшнего праздника стала посадка голубой ели. И несложно представить, как совсем скоро, под Новый год, ребята будут ее наряжать. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.